Hamıya salamlar əziz dostlar, mən Vikingsonal, Dead Space 2 oyuna davam edirik. İndi baxaq görək bu dəfə bizi nələr gözləyir, nələr olur. Getdik. Почти у капитанского мостика. Скоро включу захваты. Хорошо. Центрифуга вроде раскрутилась до полной мощности. Отлично. Надеюсь, все сработает. Времени будет в обрез. Ты готова? Готова. Жду сигнала. Малых, да, вообще? Гравизахваты включены. Получилось! Возвращайся скорее, рельсы двигаются! Нет, давайте без меня, я полечу в спасательной капсуле! Давай! Кларк, чертов ты кретин! Эти гравизахваты раздерут всю Луну на части! Кларк! Пора валить. Процедура запуска начата. Ай да, я на чужик. На счет 3, 2, 1. Я стартовал. Элли, у вас получилось? Айзек, мы перескочили, но несемся как бешеные. Я только хочу, чтобы ты увидела то же, что и я, Элли. Клянусь, больно, не Строс, будет! Брось отвертку! Строс, нет! Опасное сближение. Столкновение. Система навигации... Я начну лембрами. Система навигации отключена. Твою мать! Приготовьтесь к столкновению. Прав, Айзек. Ишимура – изумительный корабль. Мне так повезло, что я буду служить на нем. Но ты подталкивал меня. 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 К смерти! Айзек! Шшш! Все будет хорошо. Я обещаю, это совсем не больно. Имеющий уши, да услышит. Строс! Имеющий глаза, да увидит. Строс, черт побери! Psixləşib də başı gedib konkret. Elə ki, heç nəyimiz yox deyə. Nəfis oldu. Thank you.
Hay gördüm de seni. Gördü zan oldu. Peki. Ben yukarı bakmamışım esas. İstiyorum bu kapını açmak. Ama ki olmur da heyif. Ne olmur bu şimdi? Heyif. Зачем ты это сделал, Строс? Я не мог этого вынести. Думал, Элли сможет. Она должна была увидеть. Шаг три. Что ты не мог вынести? Какой последний шаг? Она. Вот чего все боялись. Что я встречу ее и уничтожу обелиск. Но я не могу. Ты должен помочь. Ты должен увидеть. Шаг три. Строс! Черт побери. Her yerde tabii minalar var da bu. Что богато и опа.
bizde gülleler dolu diye. Vermekten Babas çevirdi ya. Enerjimiz düzeldi. Bir gidebiliriz. Внимание,
единственным спасением при обвале. Вот где Айзек. Айзек, мы ждали тебя. Теперь твоя очередь. Господи, Элли. Элли. Верни мне мой глаз, скотина. Алада. Элли соврала. Она не хочет помочь. Но ты, Айзек, ты точно увидишь ее после шага. Айзек, он смылся куда-то вниз, в шахты. У меня тут тоже проблемы. Найди, где спрятаться. Попробую. Ой-ой. Lazerlərin yerini geri dəyişim də məndir. Hello. Hayda, balonu hara itirdik? Yaxşı bir şey tapdıq, amma ki axtardığımız da o dövr deyil şurasında. Nəsə, balonu itirdik. Bu bizə dərs olsun. Всё да, алынды. Ха, деймеди, деймеди.
нормального давления. Элли, я вернулся. Ты где? И где Строс? Я пока в безопасности, но он спятил. Думаю, он охотится за тобой. Я тут кое-что нашла, тебе стоит взглянуть. Вот координаты. И поспеши, я сейчас не в том состоянии, чтобы отбиваться. Оставайся там, я мигом. Sen hardan çıktın bak. Arkadan mı? Mesafesi büyüyü bu ha. Her şeyi yığdıq. Ve buralar hususi olarak tehlikeli. Sənə lazım idi. Ha, deyərlər də sənə lazım idi bu sənə.
Все. Заведем, что случилось со Стросом. Это неизбежно, если сопротивляешься. Заткнись! Заткнись ты! Обелиск! Это была ты! Ты заставил его! И ты заставила меня убить его, да? Странно, как ты до сих пор не понял, кто я. Кто же я, Айзек? Я задам тебе этот вопрос еще один последний раз. Будь готов. Çok açık be. Ихтимала гаш. Момент истины, Айзек. Кто я? Я твой друг? Любовница? Луч света, яркая светящаяся звезда, за которую ты цепляешься в этой вселенной? Или я твое наказание, разрушающее твою жизнь, потому что ты не можешь смириться с фактом, что я мертва, и ты в этом виноват? Кто же я? Почему ты продолжаешь бороться со мной? Почему не хочешь отпустить? Ты была для меня всем. Если я тебя отпущу, у меня ничего не останется. Шаг 4. Принятие. Теперь ты готов покончить с этим. Oyun get-gedə maraqlı olmağa başlayır. Üçü razındadır ki, zirəyi zəifdir də bunların. Hesap seçki alaq.
Хейла гülləmiz var. Огнеметымызды büyüttük. Все да. Her şeyi büyüttük dedim yollar. Сожрали до того, как он успел починить эту штуку. Стросс погиб, Элли. Ну, по этому поводу я плакать не буду. А что дальше? Стросс был нужен тебе, чтобы уничтожить обелиск. Стросс не привел бы нас к обелиску. Он убегал от своих грехов. Ну, а ты? Я убегать уже не буду. Я знаю, что надо делать. Ты очень кстати обнаружила этот здоровенный бур. Попробуй забраться в кабину и завести эту штуку. А я поищу вторую батарею. Baxaq görək yuxarıda nə var, nə yox. Yaxşı yerə gəldik ha. Yığdığımız platalar, zatar bizə lazım olar. Tutdu onu. Vəsio. Bunları yığdıq. Поищу. Как там у тебя дела? Ну, пока никак. Ясно. Yapıştırdıq divara. Hə, Allah, indi isə bizə yer yoxdur da, hə?
göre yerimize emel başta doldurmuşuq. Ay da elim değdi, üzülür sayalım. Sürücü adamı da öldürdük. Система не распознает новую плату. Думаю, я смогу с этим справиться. Похоже, придется справляться мне. Что? Я тебя не слышу. А, не, ничего, ничего. Есть, я запустила его. С другой стороны есть лифт. Я развернусь, чтобы ты мог забраться. Спасибо. Allah bura yok da. Sesi de Resident Evil'a göndermedi. Bunun oxşar səhnə var idi çünkü. Yes, 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 yes
вверх, опять. Нелер yol gideceği Jedi. Mağaradaki bütün hamsını öldürürük demişim. Yaşı bu kapını ne tercih edecek? Эта штука похожа на одну из опор правительственного сектора. И как нам попасть туда? Легко. У нас же есть огромный бур, забыл? А ты не забыла, что я еду на этой штуке снаружи? Элли! Ой, да-да, не надела бы. Yakınlaştırdım. Neyse, benden bu kadar. Sağ olun, salamat kalın, özü yaxşı baxın. Kanala abone olun, like atın, devamı gelecek.